Ну что, я думал, что на этой неделе ничего не поснимал и, возможно, не выйдет блога. Но нет, я решил, что все, он выходит, какой бы он ни был, что бы там ни происходило, я рассказываю в любом случае. Вдруг вы, наконец, подпишетесь и поставите колокольчик. На этой неделе мы с... как вот все, кто что-то снимает, говорят, мы с моей командой сняли. У нас нет команды, у нас... мы просто кенты. Серега, Димас, Леха там еще... Я думал, что монтировать влог, а потом понял, да блин, просто вот то, что мы снимали за неделю, я вам и покажу. Ну, во-первых, конечно, это трек, он уже вот сейчас релиз у нас, надеюсь, 3 марта он выйдет. Не знаю, что-то, видимо, ошибка в обложке пишет какая-то. Сейчас разберусь. Первый раз это делаем, заливаем на все площадки, чтобы везде было, чтобы там бум, ВК, там вот это бум, потом там Spotify, там везде, что в ТикТоках, там, чтобы все было официально, чтобы, не знаю зачем, вряд ли от этого будет толк какой-то, но мы будем знать, как это делается, какие там прослушивания реальные, как, ну, короче, все будем знать. Мы тусим у вас на вписках, нас не видно, мы на низком, даже низко на этаж, поднимаясь, представляй. Чё на этой неделе? Сходил на работу, попросил вежливо бабки. 10 число, ну, по договору 10 числа, бля, бабки. Я всё не понять могу, выходные, праздник, день народу, единство там 12, 10 уже сейчас. Давайте-ка, не, всё, анима, 10 число, чётко, выплаты, производите. Нету денег. И что сделал? Нет денег. Давайте я вам сейчас, блядь, ебучку бить не буду. Просто разойдемся, просто я с деньгами уйду и выйду. Ну, что-то у меня не очень получается просить бабки, вежливо, тем более. Вот, и мы поехали с пацанами дальше, в Сибиринфит. Вдруг там деньги найдем. Поехали к вот этому громиле, короче. И наснимали капец какой смешной видос. В главной роли Димас. Сейчас я вам покажу нарезочку маты за пику здесь в Ютубе, но полная версия без цензуры будет в Инстаграме, скорее всего. Я репостну ролик, следите за сторис. Сибиринфит, если вдруг кто не знает, это у нас в городе, короче, крутое место, где люди качаются, занимаются там силовыми видами спорта. Все, смотри ролик, и если во время просмотра тебе что-то понравилось, ставь палец вверх. Кто носит фирму Adidas, тому любая баба даст. Кто носит фирму Puma, давайте проверим, насколько бесшумно это сейчас произойдет. Поехали. А почему ты сегодня одетая? Ладно, шучу, извини, пожалуйста. Да, игнорируем ведущего. Просто стоим, игнорируем ведущего. Стою, игнорирую ведущего. Пилотки, прячьте, там пилот приехал. Че, расскажи про Сибиринфит, что знаешь? Ебать клуб, просто. Вообще, ты хоть раз познакомился? Регулярно. Ты чё, Джей, что ли, на? Игнорируй ведущего, за***. Пацаны, здорово. Чё у вас за кружок здесь? Просто занимаемся. Просто занимаетесь? Никакого направления нет? Типа, пилатес? Нет, просто качаетесь? Просто. Понял. Извини, что подошел. Так, как у тебя дела? С чем? С чем вообще? С развитием? Ну, с акциями. Чё, мать, как жизнь у тебя, рассказывай. Очень тяжело приходит. Почему? Больно. Больно? Так а может ты нормально сядешь, все нормально будет? Ай, батон, ах! Не знаю, что происходит там сейчас, люди тихо смотрят на... Привет. Я люблю Оксану Лебедеву. Сколько там уже? 17 есть? Они радуются, что человек под штангой не умер. Что тут происходит, расскажи. Здесь качтуса. Качтуса? Что тут люди делают? Качаются. Все, я понял тебя, мать, давай, все. А горький вкус твоей любви меня убил, и теперь бесил. Я истощился. Он из... Как-то интервью больше не у кого. Мы игнорируем ведущего. Игнорируем до конца. Джей до конца, игнорируем его. Позеры. А как вот, деньги в долг дать брату? Чё, брат, как думаешь, за пару месяцев так же получится у меня? Выключи камеру, пожалуйста. Следующее, что мы поснимали, это вот параллельно вот тому, что вы сейчас видели, это детишки. Там все цензурно, маты тоже запикают, но матерились только они, я нет. Давайте смотреть сюжет, с пальцами ту же штуку проверните. В этом центре говорят только на английском, на русском только шепчут.
мастер-класс, смотрите, делают валентинки. А вы что делаете? Что делаете? Сердечки. Сердечки? Личная валентинка. Человек только из Англии к нам вернулся. Я говорю, не крутим, не крутим. Вот, это что написано, знаешь? Перевод слова, знаешь? Не знаешь? Миша закрыл. Молодец, Миша. Не переваривай. Кошка. Кошка. Да. Это долго. Хипао. А ты кому валентинку такую подаришь? Никому. Вот эту никому не подаришь? Никому. Себе оставишь? Да. Правильно. Правильно, себя, потому что надо любить. Можно вас всех попросить ручки вот так вот поднять вот туда в камеру? Хоть не законченные, мы на монтаже сделаем, как будто у вас уже там сердечки. Помашем? Молодцы, красавчики. Мы не добавили. My name is Роман. Меня этому научили в школе Альбион. Но дети в этой школе узнали намного больше, чем я. Пойдемте с ними познакомимся. Дети! Что в первую очередь приходит в голову, когда вы думаете о Дне Святого Валентина? Мне приходит в голову, что в этот день нужно любить всех больше, чем в обычный. Тебя как зовут? Меня зовут Таня. И меня тоже. Ты вообще еще чему здесь учишься? Английскому. И как у тебя? У меня хорошо получается. Cat box. Как сказать? Меня зовут Роман. Я это I'm. Я Роман. Угу. Я тоже. Я деревенская. Ну, мама у меня сама деревенская. Ты и так и сказала. Сама ты деревенская мама, да? Эмилия. Эмилия? Да. Кларк. Классный у тебя этот. Это откуда? Платье. Хочешь по-английски скажу, как баклажан? Да. Баклажан. Классно. А вы рисовали рисунки-то? Я нет. У меня нет времени. У меня много занятий. Я думаю, что вы очень умный. Ну? Дайте совет людям, которые хотят учить английский. Чтобы знать английский, надо его очень хорошо учить и никогда не отвлекаться и всегда стремиться к этому. Да. Да. Все, спасибо вам большое. In English, please. My name is Eva. Oh, good name. Я его не очень хорошо знаю. Имя свое? Что думаете вообще, английский будете учить? А сколько думаете вы его учить? Годик. Годик? Годик и хватит, я думаю. I remember this moment. Завершаем. Все. The end. Короче, нормальная неделя была. Если здесь есть те люди, которые занимаются юмором, там, какими-то видосами и хотят их снимать, что-то делать, двигаться в этом направлении, ребят, да все, не просто нихера. Вот, не нужно, нет там никакого высшего образования в этой теме. Вот, но что нужно делать? Нужно этим заниматься. Любыми способами. Где-то просто потерпеть, где-то просто поснимать ради творчества только. Ради прикола, ради того, чтобы попытаться кого-то удивить. Вот, и тогда, возможно, вас тоже будут на какие-то мероприятия звать или просить снять какие-нибудь рекламные ролики или еще что-то, или скреативить какую-нибудь штуку. Ну, короче, о вас должны постоянно говорить и, ну, знать, что вы, ну, вот как о нас говорит ком, владелец клуба Siberian Fit. Бандиты Шмидт Сергей, Немыщников Роман и Баранов Дмитрий. Эти ребята, которые, мягко говоря, моросят на всю Тюмень и не только. Их знают в нашем городе и за его пределами. Это отморозки с севера. Это я так зову всех людей, кто переехал в Тюмень с Хмао и с Янао. Вот. Они делают свою движуху, они делают это весело, делают это с юмором, который не всем понятен, но они не претендуют на то, чтобы их всех понимали. Они оставляют после себя только положительные впечатления. Кто не понимает их юмора, ну, ребят, вы не поймете. Делают все как надо, и я им лично за это благодарен. Может быть, как-то помягче о вас знать могут. А, ну и вчера еще с Серегой наснимали здесь у меня дома скетчей мне в Инстаграм. Что? Каких клещей? Клещей, может?
Надеюсь, сегодня смонтирую. Сейчас блок побегу монтировать. А, уже смонтировал, раз вы его видите. Все, значит, осталось смонтировать скетчи и выложить их в Инстаграм. Ну вот и все. Спасибо, что здесь. Спасибо, что поставили лайк, нажали колокольчик, подписались. А я побежал... Че... На самом деле вот это монтировать, потому что это же еще не смонтировано. Так что сейчас, надеюсь, смонтирую.